Друзья, мы, конечно, побывав в лесу, решили, что надо идти на Днепр. Мы пришли. Днепр прекрасный, спокойный, теплый. Ну, конечно, никто не купается. Полным-полно рыбаков. Это наша набережная, набережная Победы. Днепр замечательный, прекрасный, но мы, конечно, полезем купаться. Чему там положим? А вдалеке, вот, у нас есть такой, можно на лыжах покататься, кстати. Если кто заинтересуется, приезжайте, я вас сюда завезу, покатайтесь на лыжах водных. Вода, классно? Нормально. Анжела, второй пошел. Холодно? Классно. Нормально, водичка. Отдых удался, да? Нормально? Классно вода? Классно. Днепр прекрасный наш. Водичка теплая, значит, на море точно теплая. Это Днепр. А там такая, что не надо.